Итак, всем привет, всем здорово! Опять играем в Roblox на канале 21 века Кекс. Сегодня я поиграю в игру Ruchitness. Короче, я не знаю. Ну, вообще-то, эта игра очень интересная. Это прям настоящая жизнь. Прямо выследи, чтобы в нее поиграть. Ну, короче, здесь, вы понимаете, что здесь делать надо? Здесь можно работать, здесь можно построить дом, здесь можно машинками ездить, можно охранником устроиться, быть полицейским, ходить в кино и, короче, полная фигня. Но мне она понравилась, только по одной причине, то что здесь можно всех, блин, кого-нибудь обворовать, вот как моего друга Андрея, вот такой идет, идет прикольно, потом раз у него что-то забрали, вот такой, а потом написал там в сообщении, говорит, ой, блин, меня обокрали. Я говорю, да ладно. Ой, что же теперь со мной будет, мамочка? Серьезно. Давайте подождем вот. Все, конец, все, давай. Ну, то есть не конец, а начало. Угу. Ruchitness. Ну, типа, какая-то игра, что-то там такое. Ну, короче, опять вы со своей херней. Чё? У меня нет волос? Смотрите, чувак голый бегает. Чувак, одень одежду. Ты. А ну бегом одень одежду. Не, довольный голый бегает. Ты чё? Я таких не уважаю. Причем смотри. Я выше тебя. Нет. Ну, мне так казалось. Ну, ладно. Так, давайте что-нибудь изменим в своем облике. Например... Волосы, волосы, волосы. Мне нужны волосы, волосы, волосы. Лицо так... Цвет кожи. Зачем мне все это? Кто там? Кто там к нам пришел? Вот это кто? Ладно. Так, одежда или что это у нас? Ой, господи, что я с собой сделал? Ладно. Я могу вот так вот. Вот так. Я тоже, короче, могу себе менять все что угодно. Ну ладно. Лицо оставим таким же. Будем радостные. Лысенький. Ладно. Всем привет! Опа! А я могу и вот так. 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 А, я плачу! Меня, на меня напала какая-то... Что это? Что это такое, блин? Ты кто? Сели. Легли. Легли на бок. Всем привет. Короче, все, хватит из нас. Ладно, пойдем. Дождик начинается. Смотрите, с какой скоростью бегу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну куда идем? Вот моя первая работа, да? Ты посмотри на это, что чувак делает. Ты что делаешь? Бедная его машина. А? Так, смотрите. Я все тут сохранил, но домик мой исчез. Но это не беда. О. Посмотрите на это. Это что такое? Бедная машинка. Ладно. У меня там должен был сохраниться домик. Ты! Меня чуть не сбило. Давайте домик возле этого крутого богатого парня сделаем. Давай. Подходим вот сюда, нажимаем на эту фиговинку и вот. Вот наш домик! В целости и сохранности, только одна маленькая проблема. Смотрите. Он весь опустошенный.
Так, что у нас есть? Свет. Свет есть. Что у нас еще там? Во, вот это уже по-нашему. Блин. О, боже мой. Чё я сделал? О, нет. Фух. Избавился от этой дребедени. Смотрите, какой у меня домик. Красивый. Давайте что-нибудь поменяем, а? А что тут можно менять? Как мне вообще дом украсть, а? Я хочу и внутри, и снаружи его украсть. Как мне это сделать, блин? А они вон Новый год празднуют. А у меня вообще Нового года нет и никогда не было. Никогда не будет. Так, сейчас посмотрим, вот. Шопс, так. Вот. Это домики, вот. У нас есть домики. Вообще, можно было вот этот купить. Но это долго копить. Вообще, я хотел себе типа вот такого. Но он слишком большой. Так, машина. Чё так дорого? Офигеть. А, ну давайте наш домик. Вот как он это сделал? Как он покрасил этот домик? А, пойдемте вот в этот дом, смотрите, какой он красивый. Только я не понимаю, где вход? Вот что ли? Это вход в гараж. И как к нему домой попасть? Как? У него что, вход сзади дома? Я просто не пойму. Если я хочу к нему в гости, то зачем мне вообще прыгать в окно? Да блин, где у него вход? Вы как домой ходите? Эй! Слышь, парень! Парень, как к тебе домой попасть? Я не справляюсь. Ла-ла-ла-ла! Ладно, пофиг на тебя. Вот к этим людям нормально можно прийти вот так вот. Ну что ты встал, открой человеку. И что дальше? Hello. Давайте мы ему напишем. Короче, ничего. Ну ладно, кому понравилось это видео, всем спасибо за просмотр. И поставьте лайк. И всем пока-пока. Пока.